Ракетный комплекс бесстрашный. Переводит ракеты на новую цель, если предыдущая цель была уничтожена, которая изначально цель уничтожена. В общем, увеличивает эффективность крупных ракет. Автолошинги. Это надо стать, нас занимает. А ремонтная система. Саморемонт кораблей за 10% захода. Управляет дронами, которые ремонтируют корпус союзных кораблей в бою. Оснащен автоматической ремонтной системой, восстанавливает небольшое количество профильства в начале каждого хода. Но ты внутри боя и помимо боя, типа, вне как 10. Ну нам стоять некуда, мы уже припасем. Ну как, можно на крейсер другой ремонтный крейсер вывести. Ваши изыскатели совершили открытие, Ваше Величество. Ну да. Вот орбитальные батареи. Орбитал. Батареи. Орбитал батареи. Лучевые установки расположены на орбите планеты. В состав будут входить лучшие из доступного лучевого оружия. С модификаторами усиленный лафет и средства обороны. Ну, лафет удвоения урона, средства обороны дополнительный бонус. Открывает модификатор, это протонов торпед. Физическая ловушка, турбонагнетатель, перегрузка, полная идея. Вот это донаведение для ракет. То есть, то, что комплекс бесстрашный делает, перенаправление, донаводка для космоторпеды. Вот, перегрузка турбонагнетатель там. Он увеличивает скорость, а не скорость перезарядки. Ну, нам батареи пригодятся. Магнитограви. Ну, на экран бы, конечно, это выйти. Звездный экран. Ну, то, какой здесь бессмертие, по-моему. Защитное поле дает. Для планеты. А для корабля там мини-конденсатор, там так и называется. Там оптронный компьютер. Это бонус, вот конденсатор защитного экрана. Это на линкор выгодно. Ну, в принципе, оно и на крейсер поставить. Но за 14 туров. Можем не брать защитный экран, но потом. Там если, например, ну, нападают от тараня из дыры, то защитный экран, вот этот, он точно защитит. Вот этот. И мы рассчитывали плюс 100 до компьютера, там, до плюс 100, только плюс 50, то есть на выбор. Там еще сотка есть, ну, компьютер. Акантер. Ну, нужен, да. Ну, можно пойти рискнуть вот этим путем, чтобы выпустить крейсер с защитой. Но мы не знаем, сколько конкретно. Ну, объем сколько занимаем. Симулятор вот этот, Маракуль 15, особо не нужен. Ксенология, да нам некого взять. Кибертехника, рабошахтеры. Да, нам рабошахтеры круто помогли бы. Но нету чем скомпенсировать его. Там плюс 5 не дают, а плюс 25 тоже такое. Макар бронетехники или силовая броня. Она броня. У нас и так есть. Плюс 50% на десант.
подземные фермы. Ну тут серьезно, для таких планет тундру не продвигает. Можем пока. Вот это луч. Вот этот термоядерный. У нас есть уже электромагнитная катапульта. 100%. А тут. В общем, не знаю. Бомбу уметь резервировать и. Это будет меньше, наверное. Вот этот объем не показывает, явно меньше. Можем три тура вот эту штуку произвести, чтобы потом, например. Ну, кондёр применится, вот это поле для крейсера, только в одном случае. Ну, для одного крейсера, который вот сюда. Ну и следующий. Ну, он крут, но на Инкуре или там Титаник. Это круто, потому что там большой объем поля получается. Потому что что-то поглотить действительно урок. На крейсере он что поглотит. Ну, поглотить часть, да. То есть ремонтную систему, вот это фигня. Здесь, мы здесь просто... Наверное, все-таки вот это. Да. Мы избавимся, так сказать. От времени. Группа, ну будут эсминцы, пара фрегатов. Ну, пара эсминцев, это крейсер, ну, почти крейсер, можно сказать. Можно даже больше. Ну, фрегаты дают больше урона и меньше защитных функций. Здесь этот разведчик Никваров. Псилонов. Так как вроде мы на них за нас посмотрели, за псилонами, за соблюдением договора не находили. А что-то еще так вот. Можно глянуть. Ракеты. Ну, не ракета, а лучевую, что вот. Сейчас. Это у нас не нравилась потребность. Допустим, мы используем одну фабрику, основную фабрику. А так они занимают там плюс один. Ну, едят. Лидерские поинты. Космическая фабрика, два поинта. Крейсер сразу 4. Но у нас тоже быстро до предела дойдет. Ну, звездная база появится, значит еще плюс 5 будет. Не 45, а 50. Ну, орбитальная батарея, она... Ну, ракетная база, она самая крутая. Орбитальная батарея, ну, почти третья. Только. Но она быстрее стреляет, чем ракеты, но ракеты мощнее. То есть нам сейчас флот нагонять, то есть еще пару фрегатов появится, ну, не сверх. Надо было. Ну то есть надо, если там что-то крупное прилетит уже. Это кошмар будет. Крейсер, да, крейсер нужен. Ну, еще один крейсер.